Это Ольга Иванова, гениальный тренер с вами. И у нас сегодня третий день в Америке. Мы находимся во Флориде, штат Орландо. И сегодня я задаю вопрос американцам о том, боятся ли они русских. И послушаем, что они ответят. А вы пока подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и задавайте другие свои вопросы. Что вы хотите знать про Америку? А мы будем шпионить. Окей? Are you afraid of Russian people? Вы боитесь русских людей? Спрашиваю я американца. Am I afraid? Afraid Russian peoples. Oh, no. Нет, не боится. У него все хорошо. Are you afraid Russian people? No. Нет, не боятся. У них все хорошо. You're good friends. Unless I got a gun. Yes? Then maybe. Oh, thank you. Are you afraid Russians? I have girlfriend. Are you afraid Russians? No, not at all. I like them. I like vodka. Говорит, любит водку, вообще не боится русских. Are you afraid of Russians? No. No? Нет, не боятся. Only when they're angry. And you? I like Russians. Are you afraid of Russian people? Я спрашиваю, боитесь ли вы русских людей? Нет? Короче, ты так. Смотри, что сумасшедших людей полно во всех странах. Это It's true. Crazy people in America. Есть сумасшедшие даже в Америке, говорит он. Хорошенько. American people afraid of Russian peoples. What do you think about this? I don't think that's very common anymore. I would say in the past, yes. Он говорит, что это очень смешно сейчас. Раньше это возможно было так. Я спрашиваю, боятся ли они русских людей? No. Нет? Me, right. My barber's Russian. Okay. Yeah. Вот так. Нет, они отличные ребята. We have a Russian girl in our hometown that came from. Видите, у них есть русские девочки, все в порядке, русские друзья. Спасибо большое. Do you afraid Russian peoples? Am I afraid of Russian people? Yes, do you? Let me put it this way. I do not know you, so why would I be afraid of you? Thank you. Вот так, он нас не знает, вы же вас боятся. All called respect. Thank you. You have respect for me, I have respect for you. Вот так. Мы тебя уважаем, вы нас уважаете. Окей. You talk fast. Have a nice day. Хорошенький косой. Thank you. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал прямо сейчас.